Закарпаття ТВ представляют. И вот сейчас мы едем в автобусе. Покажи, сейчас... вообще, корабль, всех людей. Это наш автобус. 40 человек сидит сейчас в автобусе. Ромы, Кременчук. Свободные места есть, конечно. Сколько свободных мест? It's a free place. А на танцполе нету свободных. 4 места свободные. Вот представители сборной Украины. Покажи герб свой на спине. На спине герб покажи. Вот, видите, а все как полагается. Так, ну что, как вообще впечатление ваше? Ну что я вам скажу? Говорите, как вчера погуляли? Что я могу прокомментировать? Скажу, что погода сегодня отличная. Ну вообще, ну вот как погуляли вчера, как самочувствие сегодня? Атмосфера очень, вообще все супер. Ну вчерашний мало такой, мало таких моментов в жизни бывает. Как сегодня. И вчера, допустим. Все хорошо. Очень хорошие люди. Очень. Ну, гостиница понравилась вообще? Конечно. Гостиница вообще без разговоров. Все отлично. Предлагаю дальше делать. Не, а почему ночной клуб умалчивается? Так, вот вопрос задали. Наводящий. Об этом история промолчит. Не надо, знаете, многие мают. Возьми комментарий. Жанна, комментарий будете давать с Мариной? По поводу? По поводу отдыха. Отлично. Это у нас будет это, заводская... Может быть, да. Я хочу сказать. Ты хочешь? Я хочу сказать, что еще пока рано комментарий давать. Мы же еще едем сейчас на нормальные замки. Не, ну это после от первого дня. У нас еще три замка впереди. После первого дня. Ну кто хочет комментарий дать? Это будет опубликовано. Вон, Макс. Виталик, как там самбука? Самбука пошла нормально? Я думаю, нормально. Как он? Я хотел закрыться. С той стороны хотел закрыться, они запрыгнули и закрылись. Да елки-палки. Кстати, ему того деда, что вчера шо, помнишь? Шуржал стал, ага. А, вот это дед. Короче, еще видели по городу. Дед, вот это вовремя. Там видео снять. Разбил витрину? Да? Где? Вот там вот, блин, по хибах нам упал туда. Партизан. Это ж твой кореш был. Мне понравилось то, что он подходит к тебе. На меня он прихватил. Так у меня прихватил, он говорит, купи стакан вина. А я говорю, нет, обратись к этому. Парню, обратись к парню. А он такой, что ты хочешь? Миша, ну, скажи, что там поплавно. Еще к нам один чувак приставал. Какой? Так, ну пожалуйся, кто к тебе приставал? Здоровый пьяный мужик для нас. А что он хотел? Ну, да я не знаю. Грязно? Короче, мы вчетвером были. Да? Да. Алина, ждали такси, короче. Алина думала, он пьяный, видно, подумал, что мы ее хотим где-то затащить. Короче. И начинаете нам рассказывать, вы бегать умеете. Что вы робите, короче? Вы бегать умеете? Ну, я думал, сейчас, короче, надо отпускать. А там чувак в разы больше меня. Ого, такое может быть. Ну, реально здоровый, да? Здоровый. Так, вас сколько было? Вы еще что, втроем не завалили? Четверо, ну, а он один. Ты еще скажешь, что ты его испугал. Вы втроем не завалили? А ну, Миш, покажись, какой ты, блин. Старый. Миша, а мы сейчас откроем люка, чтобы голова... Вот он я, вот он наш богатырь. Нет, ну, чтобы это было всем понятно. У Миши рост... Сколько у тебя рост, Миш? Два? Сколько у тебя рост? 1,94 м. А, ну 194 сантиметра. Это уровень. Я спросил, а удар вес. Сколько? Коня валишь? На скаку оставил. До печко 10 сантиметров не хватает. Ну это, конечно, да. И пару поясов, в принципе. 10 сантиметров и пару поясов. Не, ну Миша боксер, он же на бокс ходил. Выше в детстве, да, когда-то занимался. Да. Пока всех детей не перевалили. Так, вот эти девочки... Девочки, что рассказать? Что-то сказать хотят. По поводу вина, как вам вчера дегустация вообще? Понравилось? Мы попросили приехать в Кременчук с этой выставкой. А что, не переезжают? Много такое.
пересекают. Они переезжают вообще? Это же закарпатская вина. Ну это местная, да. У них там время от времени проходит. Вчера вам понравилось, вы взяли? Очень. Да? А вы с собой взяли что-то? Да, эмоции. Взяли. Сколько? Да ты что-то расскажешь, ты сделал. Ты выпила стакан, читайте два стаканчика и все. Не перебивай, тут Жанна интервью даю. Жанна, говори. Сколько вы взяли с собой? Жанна с Мариной. 2 литра мы взяли, еще 3 литра еще у родителей. 5 литров. 5 литров вина взяли, вот так, представьте. Это сколько ждете? Вы зарабатываете медали самые винолюбые, винолюбые нашей поездки. Ужара, да? Винолюбый Кривичуга. А ты сколько вина взял? Я 3 литра щепи, взял. Щепи Юрий Петрович. 3 литра плюс 2 литра в себе. 2 литра в себе. Это все было очень интересно. Что еще нам могут люди сказать? Саня. Саня это. Не, я не Саня без комментариев. Саня без комментариев. Но он устал. Мы все понимаем. Димон, может, дать себе. Иди, Димон. Димон, будешь комментарий говорить? Скажи, как тебе атмосфера, все тебе, поездка? В каждом дворе, короче, есть. Ну, понравилось? Сколько выпил? Шашлык, какой шашлык? Расскажи. А где шашлык? Вы хавали? Еще такой интересный момент, короче. Я думал, что тут будет холодно, а тут по ходу виноградников куча. Все растет, все жарко, короче. Ты думал, что тут холодно? Тут же молдаванки ходят. Я думал, что тут холоднее, короче, чем у нас. Разворачивай, едем в молдаванках. А, Паша, короче, момент такой. Едем в такси, едем, короче, уже домой, заказали такси. Вот этот же чувак до нас пристал, потом отвел. Короче, таксист вчера на нас заработал. Таксист говорит, куда вам ехать. Ну, мы там сказали, куда мы едем, в общем. Ну, куда вы едете? Скажи, куда вы едете? Так не важно, мы объяснили, это не суть. Объяснили, куда мы едем, и он когда-то кому-то звонит, короче, говорит, да я вот свежим мясом везу, короче. В лес! В лес жарить! Он говорит, свежее мясо везу, короче. Или нам так послышали, ну мы, короче, рады, свежее мясо. А он потом нам объясняет, я тут, короче, раньше возил там какой-то барчик, я туда свежим мясом. Барчик, свежим. Бахус, да, там. Как Бахус рядом. Заведение, и мы, отель, типа, говорит, я туда свежее мясо везу. Ну просто вот этот момент, что я везу свежее мясо, короче. Ты думаешь, да, неприятно себя ощущать мясо. Так, ну ладно, это было Закарпатье ТВ, вам все рассказали о своих ощущениях, эмоциях. Ну что, до скорых встреч. Себя сними, да, комментарий твой. Что ты, эфир, Паша, бери палец. Твой реальный комментарий насчет сегодняшнего. Ну что я могу сказать, все нормально, все понравилось. Правда, в номере душ от меня не понравился. Душ, да? Там у нас сломанная была эта лейка сама. Со шланга вода течет, и все, лейка вообще. А так, в принципе, номер нормальный, у нас трехместный был. Трехместный номер. Как Сережа Швачко небольшая, телевизор работает, все. Как Сережа Швачко завел? Отлично. Нормальный парень, все там. Потусовался, отдохнул, выспался, венца попил, покушал шашлычок. В общем, все красиво. Ну все, значит, на этой ноте мы... Жанна, как дела? Отлично, говорю, экскурсовод у нас классный был. Дяденька за 60, а мотор... А, еще есть, да. Еще есть. Дяденька... Еще у нас его зовут Данчик. Как его зовут? А, не знаю, как зовут экскурсовод? Иваныч. Иваныч, короче. Все, Закарпатье ТВ. На этом наш комментарий заканчивается. Все отлично. Все, Кремячук forever. Не, давай, герб Украины напоследок. Покажи. Герб Украины. Все, не. Это была игрок национальной сборной Украины по литерболу Щепирь Юрий Петрович.